Для съемок ролика про керамические подносы с плитки мне понадобился вращающийся столик, чтобы обыграть перед камерой, повращать его, ну и сделать красиво. Кстати, этот поднос я назвал Плато. Почему я его так назвал? Посмотрите ролик во Плато. До ролика 23 февраля и после ролика о подносе. Кстати, посмотрите сам ролик 23 февраля и про День влюбленных. Что-то его никто не смотрит. Мало просмотров очень. Все сразу забыли про День влюбленных. Конечно, можно было по классике заморочиться. Но потом будет этот столик стоять 100 лет. Место занимать. Думаю, все надо сделать многофункциональней и лаконичней. Так что вот решил все это дело сделать из полочки и из барного кресла. Сначала вот так вот зажмем их, потом можно клея капнуть чуть-чуть. В принципе, готово. Вот такой получился столик. Крутить, вертеть его можно. Вот так вот из-за кадра можно, чтобы в кадр не попадать. Вот. Можно еще его приподнять. Вот. Можно его задекорировать. Причем, что хорошо, удобно, любой фон. Нужен темный, будет темный. Погладить только. Все дела.